Доброе утро! Сегодня 22 сентября. День у нас идет 21. Буду сегодня все по-обычному. Хотела сварить кашу, но старший сын сказал, что каши не хочет, поэтому бутерброды. Нарезала сыр вот этот вот, который в Ашане брали последний раз. Еще половинка там осталась. Масло поставила. Это первая пачка. Получается масло, уже осталась половинка. Вот, чай всем налила и кексики. Часть поставила так попробовать утром. Два положила сыну в школу. И четыре штучки еще у меня осталось. Думаю, два оставить завтра сыну в школу еще. Потому что с выпечкой, честно говоря, я замучилась. Я уже не знаю, что печь. Тем более в школу ребенку. Вот, так что вот так вот мы сегодня завтракаем. Младший идет в садик, старший сегодня к первому уроку, а я иду к стоматологу. Все, всем хорошего, удачного, продуктивного дня. Нам приятного аппетита и тоже удачного дня. В общем, на обед буду готовить супчик с фрикадельками и сливочным сыром вот этим. В общем, сейчас ставлю картофель вариться, он у меня уже порезанный. Как только закипит, добавлю фрикадельки, готовую зажарку, и минут за 5 до окончания варки добавлю сыр, чтобы он успел разойтись. Ну и все, вот такой вот у меня супчик сегодня получится. Кстати, все мои походы сегодня не увенчались успехом к стоматологам. Все забито, все занято, мне нужно прям срочно сегодня прийти. В общем, пока я подготавливала тут продукты, муж записал меня все-таки к стоматологу. Правда, в соседнем районе от нас. Ну да ладно, главное, что сегодня. Все. Буду варить супчик. Вот такой супчик у меня получился. Достаточно густой. В конце добавила еще замороженную петрушку. Все, сейчас немного постоит и будем обедать. Всем добрый день. У нас обед. Налила порцию мужу свежий супчик. Плюс у нас винегрет практически весь остался. Вчера вечером его особо никто и не поел. Я съела немного, там ложки 3, может быть. Сын еще меньше съел. Младший вообще не ел. Я ему только свеколки доставала. Он там пару штучек съел, может быть. В основном ели оладьи. Ну, а муж наелся, пока сам винегрет готовил. В общем, как-то так получилось. Вот. Целая тарелка винегрета у нас осталась. Вот хлебушек также. Себе налила совсем чуть-чуть, чтобы уж совсем голодной не ходить. Вот. Тут в основном бульончик. Немного картошки, мяса не хочу. Фрикадельки вот эти вот. Все. И, может быть, потом попью еще чай. Обед старшего ребенка. Помыла мальчишкам остатки винограда кишмишем. И там остались у нас еще сливы. Достала размораживаться вот эти вот 3 последние рыбки минтая. Хочу из них сделать сегодня пирог. Пирог с рыбой, картошкой и луком. Лука возьму побольше. Все, пусть размораживается. А здесь я говорить уже не могла, поэтому озвучиваю отдельно. Только пришла от стоматолога, зуб я вылечила, отдала доктору 5200 рублей. Да, лечить зубы в наше время — это удовольствие, конечно, не из дешевых. Итак, для теста я беру 280 мл воды, теплой обязательно, по чайной ложке соли и сахара, дрожжи, парочку вот этих кубиков возьму, где-то примерно 25 граммов. И мука потребуется где-то около 400 грамм. 380, по-моему, у меня ушло. Делаю опару, в теплую воду добавляю дрожжи, сахар. Все это перемешиваю и оставляю минут на 15-20, чтобы дрожжи проснулись и подействовали.
Все, подготовили все ингредиенты для пирога. Здесь рыбка, она уже почищенная, промытая. Муж, кстати, занимался, спасибо ему. Картофель и лук. Ну и также возьму соль, перец по вкусу. В общем, что я хочу сделать? Рыбку я хочу сейчас отварить. Буквально там минутки 2-3, чтобы потом легче было избавиться от костей. Вот. Картофель тоже хочу сейчас порезать на кубики и тоже немного приварить. Буквально там минутки 3-5, чтобы она до полуготовности была у нас готова. Вот. Ну и лук, соответственно, я хочу сейчас порезать полукольцами и обжарить. И далее буду укладывать начинку слоями. То есть на слой теста буду укладывать жареный лук, потом картофель и сверху рыбку. Ну и, конечно, все это посолим, поперчим по вкусу. И вот такой вот пирог должен получиться. Надеюсь, вкусный. Все, начинка у меня готова. Картофель отварился, лук обжарился, ну и рыбку я перебрала. Все, сейчас буду раскатывать тесто. Всем добрый вечер, у нас ужин, на ужин у нас вот такой вот пирог с рыбой, картошкой и луком. Вот такой вот он получается. Ну, картошки тут, конечно, больше, но зато сытнее. А, получается, мужу и старшему сыну я налила молоко, младшему налила попробовать снежок, не знаю, будет, нет, вроде сказал будет, по факту проверим. Ну, а себе сделала чай с молоком. Все, сейчас мы будем ужинать. А сегодня ели виноград, также пили чай, доели кексики, доели печеньки. Единственное, 2 кексика я оставила старшему завтра в школу еще, но остальную выпечку мы все подъели. Все, на этом с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения, хорошего вечера и до новых встреч.